Ничто так не усыпляет и не опьяняет, как деньги. Когда их много, то мир кажется лучше, чем он есть. Доктора, частные пристава и дамские парикмахеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Ни одна специальность не приносит порой столько моральных переживаний, как врачебная. Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. В семейной жизни самый важный винт – это любовь, половое влечение, единая плоть. Все же остальное надежно и скучно, как бы умно мы ни рассчитывали. Университет развивает все способности, в том числе глупость. Нужно уметь коротко говорить о длинных вещах. Все, что мне известно о природе человека, я узнал в процессе познания самого себя. Водка бела, но красит нос и чернит репутацию. Одинокому везде пустыня. Ты хочешь спросить, что такое жизнь? Лучше спроси, что такое морковка. Морковка – это морковка, и больше ничего о ней не известно. Краткость – сестра таланта. Доктора – те же адвокаты, стоят только разницей, что адвокаты только грабят, а доктора и грабят, и убивают. Когда хочется пить, то кажется, что выпьешь целое море. Это вера. А когда станешь пить, то выпьешь всего стакана два. Это наука. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, и есть наше нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Умный любит учиться, а дурак – учить. Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии. Говорят, в конце концов, правда восторжествует, но это неправда. Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. Женщины мечтают иметь узкую ступню, но жить на широкую ногу. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют. Незаписанная мысль – потерянная мысль. Врач, русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов.